Да, я купил ей дом. Я пожалел ее. Она одинокая, беззащитная женщина. Ее может всякий обидеть. Пошел и оформил на нее дом. Полностью обставил ей весь дом. А она что сделала? Она сейчас не открывает мне дверь. Видишь ли, пока она разводится, пойдут слухи. Ты только представь. А знаешь что? Я прекрасно знаю, что со мной будет. Я четко осознаю, что меня ждет после этого. Она разведется и на этот раз скажет: «Я разведена, женись на мне». Я в этом уверен. Храни тебя, Всевышний. Но тебе сегодня повезло. Держи. Это маленький презент от друга. Что в этом конверте? То, что тебе очень понравится. Снято в нашем отеле. Так это же долговязый Тахир. А это младшая сестра Ильяса. Зачем ты мне их показываешь? Этот человек подал на развод со своей женой. Если госпожа Ича предоставит эти фотографии в качестве доказательства в суде, она обязательно что-нибудь поимеет с этого типа. Имущество, деньги, алименты. По крайней мере, она отстанет от тебя. А то, боюсь, она выжмет из тебя все соки. Интересно. Очень интересно. Сейчас, погоди. От друга. Джош-кун! Да? Сынок, иди сюда. Ты сейчас возьмешь эти фотографии и незаметно подложишь их под дверь госпожи Ичи. А потом возвращайся сюда также незаметно, понял? Все сделаю, не переживай, шеф. Я на тебя полагаюсь. Беги скорее, беги. Что еще за новости? Смотрю, смотрю и не могу наглядеться. Айча. А если ты подсуетишься, у тебя может появиться второй дом? Интересно, кто их прислал? Какая разница? И на том спасибо. Свадьба была прекрасной, правда, Сибель? Да, согласна. Как твоей сестре идет свадебное платье? Моя деточка. И Зафер прекрасно выглядел. Торт, музыка. Все было восхитительно. Молодцы, молодцы, ребята. Жаль, что твой отец не дожил до этого дня. Но я не буду лгать. Я очень зауважала Асие вчера. Она подарила дочке колье. Так и надо было. Но она очень удивила меня. Молодец, девочка. Мама, Асие всегда была такой. Особенной, изысканной. Что? Ты бы видела лицо Сихер, когда она надела украшение. Прямо-таки искривилась. Чуть не лопнула от злости. Что это с ним? Но я больше всего вчера гордилась сыном. Он вел себя как настоящий глава семьи. Правда, Сибель? Это точно. Это наш глава семьи. Это наш замечательный мальчик. Илья, сынок. Ну что за грустный вид в такое счастливое утро? Что ты хотела, королева Фатма? Ты в порядке, сынок? В порядке, мама, в порядке. Да. Thank you.
Мама, идем. Иду, сынок, иду. Заставляйте меня торопиться. Невероятно. Что она здесь делает? Вот это новости. Илья, смотри. Наверное, ей жить надоело. А ну, пусти меня. Мама. Я и сейчас. Мама, погоди, успокойся. Какая же ты нахалка. Что ты делаешь в нашем? Госпожа, убирайся. Пожалуйста, следите за выражениями. А ты кто такая? Не вмешивайся. Я Узли Мутлу, адвокат госпожи Айчи. Мне без разницы, кто ты. Забирай эту женщину и убирайся отсюда. Прочь. Мне тоже не больно-то хочется видеть вас. Я пришла сказать, чтобы эта развратница держалась от моего мужа подальше. Что ты сказала? Да как ты смеешь? Мама, перестань. Мама, перестань. Мама, подожди. Кто развратница? Кто твой последний муж? Я не успеваю следить за тобой. Расскажи-ка. Я расскажу, Ильяс. Сейчас расскажу. Вот. Вы не стали ждать, пока он разведется со мной? Тебе не стыдно делать подобные снимки с женатым мужчиной? Да как ты смеешь? Мама, постой! Мама, подожди. Идемте, госпожа Ича. Идемте. Мама, подожди. Вам это не сойдет с рук. Я возьму заключение о побоях. И вас всех отдам под суд. Успокойтесь, госпожа Ича. Вас еще потом саму виноватой выставят. Давай, выполни свои угрозы. Мне тоже будет что сказать, судья. Посмотрим тогда, сможешь ли ты показаться людям на глаза. Мама! Мама! Мама, перестань! Проклятая проститутка! Иди отсюда, слышишь? Я тебе не Тахир. Лучше не выводи меня из себя, ясно? Уходи. Пожалуйста, господин, то, что вы делаете... Что я сделал? Неправильно. Прошу обратить ваше внимание, что вы сейчас находитесь у меня дома, ясно? Поэтому немедленно уходите. Пойдемте, госпожа Айча. Пошла отсюда. Фатма, можешь убирайся. Оставить у себя фотографии. У меня таких много. Убирайся. Замолчи. Пошла прочь. Мама, не связывайся. Пусти, я все космы ей вырву. Мама. Мама, оставь перестань. Ее. Сибирь, что это? Ничего, ничего такого. Я сейчас все расскажу. Давайте зайдем в дом. Идемте. Сибирь, что это значит? Что это за фотографии? Мама, только ради шутки, ради того, чтобы насолить зятю. Мы, дочка, такими вещами не шутят. Что это за фотографии? Прекрати нести чепуху. Мама, зять заманил нас в ловушку, а я с Тахиром в отместку ему решила... Тахир тоже ответит мне за это. Пока я думала, что вы выросли вместе, как брат с сестрой. Он вот что вытворил. Мама, ты говоришь так, как будто не знаешь Тахира. Сынок, не выгораживай передо мной этого Тахира. Не выгораживай. Видела я его. Это не он женился на жене твоего покойного брата. Вот, полюбуйся на результат. Немедленно сходи и позови Тахира. Я потребую с него отчета.